Всем привет, с вами Полина Холод, и сегодня я начинаю свой новый влог. Это даже, возможно, будет влогмас, еще пока не знаю. И, в общем, сегодня у нас такие планы. Сейчас мы с мамой хотим поехать в магазин М-Видео и посмотреть телефон новый ей, потому что, ну, не только ей, возможно, папе, потому что у моей мамы телефон Samsung. Это был мой телефон, я ей просто отдала его, когда купила новый себе. И вот, получается, ему будет 4 года. К сожалению, сегодня он уже, так скажем, умирает. Не знаю, сколько он еще проживет. Он перестает заряжаться. То есть зарядку практически не принимает. И если вот, допустим, чтобы вы понимали, было 4% зарядки, втыкаешь зарядку его, которая была Рич. Я просто собака гуляю. Если делать его зарядку, то он ее практически не принимает. А если делать какую-то, ну, не его, допустим, там папину, и то это не от его телефона, а от какого-то другого, то зарядка очень медленно тоже идет. То есть вот было 4%, стало только там, по-моему, 24 или 22, я даже уже не помню, это очень мало. То есть за час он даже не зарядился до 50%, что такое, ну, раньше не было. Поэтому мы хотим посмотреть телефончик новый. Это как подарок на Новый год будет, потому что маме дарили на день рождения, она еще себе ничего не покупала, только вот подарок от меня, но это от меня. Так что это первое, что мы хотим сделать, посмотреть телефон. Тоже Samsung, недорогой, примерно столько, сколько стоил вот, что у нее сейчас, а у нее Samsung Galaxy A5 2017 года. И у папы тем более старый, там ему лет 5 уже, и покупали мы его намного дешевле, был что-то там 5 тысяч, наверное, отдавали. Так что сейчас он уже плохо работает у него тоже. У него, наверное, год назад уже батарейка там что-то полетела у телефона. Второе, это пойти в офис Билайн и написать заявление, чтобы вернули деньги, так как мы подключали интернет и телевидение у них. Я рассказывала в предыдущем влоге. А, короче, интернет у нас не работал, телевидение работало хорошо, и мы приняли решение, что так как, блин, два раза роутер привозили, два раза мы ждали, в итоге так и ничего не добились, и было принято решение просто от них избавиться, так скажем, но все равно нервы потрепали. Мы решили перейти обратно на ту фирму, которая у нас была много лет. Просто там привезли более новый роутер. Очень хорошо работает интернет, надеюсь, и дальше также будет работать. А вот телевидение, ну, вроде нормально, но все равно оно не такое крутое, как у Билайна. У этой фирмы Smile, по-моему, как-то по-другому уже назвали, то есть не Smile, а как-то по-другому. Здесь, когда подключаешь телевидение, можно зайти в YouTube. Это просто обалденно. Раньше мы такое не могли делать, мы даже не умеем. Нужно написать заявление, чтобы вернули деньги. Потому что, знаете, уже с какого? С 30 числа у нас проблемы с этим Билайном. Вообще никому не советую эту фирму. Буду вам что-нибудь сегодня снимать, если будет интересно. А еще у нас, видите, снег. Ну, ребята, поздравляйте. В общем, покупки. Ехали посмотреть телефон, в итоге купили два телефона. И, ну, это, мне кажется, не надо описывать, потому что так все понятно. На самом деле, это, ну, не запланирована была покупка, просто пришли, поняли, что возьмем. Потому что это будет подарок мне на день рождения, а я люблю подарки заранее, поэтому все супер. Значит, телефончики два одинаковых. Один папе, другой маме. Просто два цвета. Черный и такой темно-синий. Он очень красивый. Вот. И еще такая пленка, короче, противоударная. Но нам ее не дали. Сказали, что нужно идти. Сейчас все откроем. И пленка противоударная вот здесь будет. Так что очень клево. Это Apple Watch SE. И только 44 мм были с розовым ремешком. А мне нужен был розовый к телефону. Поэтому пришлось брать 44, а не 40. Но, блин, я именно их хотела. Именно SE. Поэтому счастливые обладатели Apple-овской техники. Ну что, открываем. Я даже не знаю как. Оно вот так. А-а-а, шок. Так. Все. Официально мои. Как это открывается? А, тут какие-то эти, походу, заглушки типа стоят. Наверное. Блин, как все клево. Две часы. Это ремень. Вообще. Как это все тут? А, вот они. Так. Клево. Зарядочка. И еще какие-то бумажечки. Класс. Ну все. Счастливый обладатель пошел клеить. Нам посоветовали вот такую штуку взять. Короче, это пленка противоударная. На часы и на телефон можно делать.
Ну что ж, я уже в магазине «Глобус», и тут на самом деле не так много людей. Я, в принципе, в том влоге показывала новогоднюю атмосферу здесь, но и сейчас покажу, потому что появились новиночки. Посмотрите, здесь есть такой бычок, где-то тут он был хороший, вот такой. И прям оригинально так сделан, интересно. И стоит это чудо 300 рублей. За 200 рублей, как я понимаю, эти шарики 200 рублей стоят, еще есть вот такие блестящие, на веревочке и с пушистиками. Это же вообще просто класс. Всем привет! Сегодня у нас 17 декабря, и сейчас я иду в пункт выдачи Wildberries, потому что вчера, когда мы еще были в M-Video, кстати, да, часы, вот, кстати, часики, и два телефона мы покупали в M-Video. Я лично люблю именно этот магазин с техникой, потому что у нас как-то вот, что бы мы ни купили в Эльдорадо, у нас все бракованное. Я не знаю почему. Я довольна часиками, это получается вот ровно день им, и мне безумно нравится. Прям вообще. Я их поставила на зарядку. Они зарядились, наверное, за час. Я считаю, что это очень быстро. И смотрите. А я не смогу, наверное, показать. Я поставила эмоджи. Наверное, так правильно называется. Короче, когда мы были в магазине еще вчера, то я заказала чехол, два чехла, на мамин и папин телефон. Ну, потому что чехол нужен. Если у них покупать, то у них, по-моему, вообще не было в наличии. Вышел чехол 69 рублей. А это, я не знаю, что за фирма, в принципе, все равно. Главное, чтобы он был качественный и силиконовый. А вечером захожу вчера,
тоже к этому продавцу и вижу, что чехол уже стоит 109 рублей. Ну, сейчас вот получу заказик и пойду обратно домой. У нас плюс 2 на улице, я вышла в другой шубе, потому что сегодня я выходила в коричневый, в норковый. И пипец, как было жарко просто. Так что решила, что сейчас добегу, у меня около дома. Покажу вам заодно, мало ли кто-то захочет такой же телефон купить, потому что, ну, Новый год же. Тем более он недорогой и хороший. Вот такие два чехла забрала. И это силиконовый на Samsung Galaxy A20s. Просто обычная, ну, на самом деле прикольная упаковка. Я думала, сейчас просто как с AliExpress. О, еще тут такая бумажка какая-то от фирмы, скорее всего. И такой силиконовый, очень качественный. И только я могла открыть упаковку и содрать себе кожу. Просто гениально. Ну, на самом деле, даже лучше, чем на картинке у продавца. Короче, мне нравится. Еще надо отзыв будет оставить, потому что я всегда так делаю. И сейчас как раз мама дома, померяем ей, посмотрим, как будет выглядеть. Всем привет! И сегодня у нас 18 декабря. Я сейчас нахожусь в магазине Globus. Мы сюда приехали. Просто изначально нам нужно было в магазин M-Video, потому что на моих часах там же противоударная защитная пленка. Короче, она начала отклеиваться. Нам сказали, если такое будет, то приезжайте, все переделаем. Мне переделали, я сейчас хожу, чтобы ничего не соприкасалось с одеждой. Вам, наверное, видно, как будто у меня соприкасаются, но на самом деле нет. Так что все поменяли. И здесь, смотрите, какая красота. Я еще переверну камеру, вам покажу получше. На самом деле, я сделала фотографии уже для мамы тоже, поэтому в моем инстаграм, ссылочка всегда в описании, там фотографии. Не знаю, может быть, даже одну выставлю, а может быть, две. Посмотрим. Короче, буду рада, если подпишетесь и поставите лайк. А сейчас мы пойдем покушаем, потому что до бесплатного автолайна нам 1,5 часа еще. Это бесплатный автолайн Globus. Поедим, потом пойдем в магазин, купим все нужное. Я вам что-нибудь поснимаю, возможно. Увидимся с вами чуть позже. Ну что, мы уже пришли в ресторанчик Globus и решили взять. Здесь у нас салат оливье, две штучки. И решили шикануть. Короче, взяли это ролл Калифорния краб. Мы как-то пробовали, здесь давали. Ну, прикольная вещь, мне понравилась. Это на двоих у нас. И кофе, это латте. Поэтому, кто кушает, приятного аппетита. Смотрите, какие красивые шарики привезли, стеклянные, розового цвета. И здесь бархат придумали. По 130 рублей один шарик. Это просто космические шарики. Они очень красивые и приятные на ощупь. Единственное, здесь все шарики, которые стеклянные, без упаковки. То есть, как вы довезете до дома, это уже никому не известно. А еще здесь есть шарик 130 рублей, тоже стеклянный. Вот такой. Прелесть. Просто. Новенькие шарики добавили. Мне кажется, их не было в тот раз. Ну что ж, давайте я вам быстро покажу, что же мы берем. Так, это хлеб. Здесь такие булочки, это обычный хлеб. Здесь набор для щей. Я не буду, наверное, доставать. Вот, набор очень хороший, мы брали. 2 десятка куриных яиц. Потом бумага туалетная, 2 штуки. Здесь сардельки, это сосисочки. Тоже хорошие. Здесь картошка, кофе. Потом мы решили взять наконечник для елки. Вот такой. Это стеклянный и настоящие перья. Стоит 350 рублей. Вот, это сейчас по акции. Большой, для большой елочки вообще мы искали именно розового цвета. Это салфетки. Нужно именно влажные. А салфетки обычные бумажные. Я еще взяла маленькую новогоднюю открыточку.
Она стоит, по-моему, 18 или 17 рублей. Мыло детское обычное. Что еще? Майонез. И молоко. Все. Такие у нас покупки.